С песчаными браконьерами боролись сегодня в столице. Активисты, которые пытаются остановить незаконную добычу песка, собрались на берегу озера Тяглое. Парадоксально, но они никого не блокировали, наоборот, устроили субботник. О новом формате борьбы с нарушителями расскажет Юлия Жешко. Из этого озера в Дарницком районе Киева долгое время вымывали песок. Старатели оставляли после себя целые дюны вперемешку с мусором. Сегодня активисты организации «Стоп коррупция» решили навести здесь порядок. И не только убрать следы деятельности песчаных браконьеров. Общественники решили спасти озеро. Оцей весь песок, або ці, ну, дюни, я не знаю, як це правильно назвати, також розрівняти для того, щоб громадяни, громада міста Києва могла спокійно приїжджати, відпочивати. Подробности не раз рассказывали о незаконной добыче песка, в том числе и в столице. В сюжетах наших корреспондентов на протяжении многих лет раскрывались схемы, которые использовали нарушители. Незаконно добывали песок и на этом озере. Один из авторов репортажей Роман Бачкала, а теперь координатор движения «Стоп коррупция», рассказывает, что на водоеме работали под прикрытием организации «Экогромада». Структура привлекала в качестве подрядчиков тех самых песчаных браконьеров. На первый взгляд, те, кто здесь добывали песок, они вроде как делали доброе дело. У них были документы, которые позволяли им здесь благоустраивать эту территорию. На самом деле, это является только причиной, чтобы сюда зашла техника. А главная цель этих людей, этих компаний – просто песок добывать и продавать. Первый раунд активисты выиграли. Домоглися того, що піщані браконьєри забрали свої замснаряди, забрали свою техніку. Тепер діло за правоохранителями. Вони відкрили проти екогромади уголовне производство. Но от хто владіє таїнственною компанією, до сих пор неізвісно. В поліції цього не говорять. Ну, я не думаю, что они задержаны. Они делают документы, что как бы это делается в целях экологических каких-то изменений, климата. Но я думаю, что они вот этот судебные тяжбы идут, а наказание никто за это не несет. И это уже далеко не первый скандал. Например, год назад прокуратура Киева установила, что дельцы намыли песка из реки Десенка более чем на 15 миллионов гривен. Незаконный бизнес продолжает процветать, несмотря на все старания активистов и журналистов, угрожая столице экокатастрофой и загаженными пустующими пляжами. Юлия Жешко, Иван Ермаков. Подробности. Телеканал Интер.